Всех приветствую, продолжаю делать съемник для Шруса на машину Renault Kangoo. Вытащу уже такую шайбу, аккумулятор сел как раз когда заканчивал. Немного вышло тут вот, как бы на эллипс того, что вторую часть снял, то что станок не очень таки точный. Ну, для съемника нормально будет. А сейчас будем резать танковую броню. Кусок у меня есть, пластина метра два такая. Отрезал вот так кусок от ее уже. Видно, вот была. И еще кусок валяется. Такие вот. О, это все было целое. Я уже отпилил. Оно так вот было. О, вот так было. Отпилил кусок. Отпилил еще вдоль кусок. Железо по структуре такое столистое, видно внутри. При том, что очень столистое. Так, когда от это отпиливал от длинной, то диск малый был, так доломал. Короче, отпилил уже я такие две части. Тут вроде угол такие, ну не под 90, ну. Это нам на съемник нормально будет. Толщина. Толщина. Так. 10, 11, 12, 13. 14 миллиметров. Вот это вот толщина. 14 миллиметров. Само то будет для съемника. Для этих вот лапок, что заходит туда. Длинных. Все это дело я сделаю, сейчас отрежу подлиннее. Конечно, вот эта шайба, если бы была на миллиметров 90 по диаметру, то приварил бы сбоку так, и все, можно было обработать. А она всего лишь 70 у меня, то надо будет потом вырезать еще подлиннее. В этой вот пластине на две разделю. Надо будет вырезать все так вот один кусочек, чтоб когда привару, тут выйдет ухом сверху, таким вот ухом сверху, ухом оставлю, и когда уже привару, то получится, что эти вот две стойки будут обходить шрус с двух сторон. Может, еще подложу какую-нибудь пластину привару, чтоб пошире вышло. Короче, вырежу эти две лапки да проверю. А сейчас будем глядеть, как реже диск. Луга абразив 1,2 миллиметра. Как будет брать эту броню. Ну уже он сточусь наполовину с одного прохода. А сейчас еще один проход надо сделать. Уже кромка ближе к центру, хуже режет. Ладно, пилим.
1-миллиметровый ставлю. Новый.
Запилил. О, хорошая это. Трапеция вышла. Малость. Ну, для съемника нормально. Получились горошущие такие, столько пропилил. Так, теперь нам еще надо будет аква выбрать. По длине опять пропилить, а тут вы выступ поставить под это. А, поставим. Ровнейшую сторону выберем. Выступ поставить, вот чтоб так приварить. И выбрать потом по длине, по ширине, чтобы вышло, чтобы сверху наш рус, это лапки эти зашли продольные. Ну еще под низ, наверное, туда ввору потом ребро жесткости небольшое такое, кусочек еще. Ну посмотрим, надо будет то ребро, не надо будет такого вот плана съемник. Две пластины у нас. Пять аккумулятор садится на камере. Вот китайцы, бляха. Отдав 10 долларов, они за 15 минут садятся. Только с зарядки принес. Ладно. Вот так вот будем привариваться. Эта штука. И это будут направляющие идти до части шруса к коробке. А чтобы налезло то, что тут 70 диаметр, а шруса 90, а шруса 80. А тут 68 даже, а не 70. То получится у нас это, надо еще тут вот выбрать вдоль по всей длине, позволяя нам этот кусок. Он толстый. Сантиметр и 4, кажется, глядел, 1,4, то получится нам еще можно неплохо будет так вот вырезать. Оставлю по пару сантиметров. Как раз нормально. Если этот получится 68 и плюс еще сантиметр, сантиметр, 78, 88. Как раз по 2 миллиметра, чтобы поверху шруса гранаты прошли эти направляющие. Ну а с той стороны потом зажимную пластину, и на этом будет съемник готовый. Ладно, побачили вы, как пилится броня. Тяжковато, да нагрелась. Вот эту ровно отпилил сторону, видно, а эту трапеции вышло. Ну ничего, там точности не надо, еще ж будет срезаться вот так вот часть. Получится вот хоп, и эту часть отрежу, так я возьму, может, ровнее выйдет. Ладно, буду заканчивать. Сейчас разметку нанесу, все, почищу болгаркой, да буду опять пилить. Ну, уже больше не буду показывать, показал я уже, как она пилится. Тяжковато, сталь хорошая. О, сталюшка. Ладно, заканчиваем, всем удачи, до свидания.